Это Ази. Маленькая, крошечная Ази. Она едва-едва выжила. Ее и клещ укусил, и глистная инвазия была страшная. Азечка, вот ребенок только-только-только пошел на поправку. Только-только-только. Ее братика, это в одном по один помет, просто она самая малюсенькая там оказалась. Ее братика кто-то очень сильно искусал. Мордочка была вся в шрамах. Мы думали, он не выживет. Но малыш выжил. Сейчас его вылечили, болячки у нас все отпали. И вот такой малыш. Скоро мордочка зарастет и будет очень красивый ребенок у нас. Очень тяжелые детки. Еще один малыш с ними. Ну, не из них помет, но почему-то они лежали вместе. Он тоже очень костлявый, очень тяжелый. Ему сейчас еще очень плохо. Но мы самое главное остановили. Глистную инвазию убрали. Вот такие детки у нас. Маленькие, хорошие. Костлявые, страшные. Это новые ребята. Это новые детки у нас. Новые малыши. Маленькие мои. Мы их еще не показывали и не выставляли. Но теперь, когда они пошли на поправку, и их жизнь уже не опасности вроде бы, я надеюсь, надо их сейчас откормить, и можно уже показывать. Эти детки должны выжить. Должны. Они мои хорошие. Мои золотые. Мои красивые маленькие. Малышку мы назвали Азия. Черного огромного назвали Арес. А малыша черненького назвали Аргон. Аргончик, Аргончик. Лохматик у нас Аргоша. Аргоша. Да, Аргончик, Аргон. Арго. Арго. Арес. Они все у нас на А. Все, чтобы один помет, и мы их не путали. И Азия маленькая. Маленькая Азия. Ты мое солнышко. Мамина Азечка. Азечка хвостиком виляет у нас. Они все мои ласковые, хорошие детки. Господи, помоги найти ребенком дома.